Тюменской филармонии открыли музыкальный фестиваль имени Арама Хачатуряна. Он приурочен к 120-летию советского и армянского композитора. На первом концерте Тюменский филармонический оркестр исполнил музыку из балета «Спартак» и «Гаэне». Это наша дань уважения великому мастеру. Это человек, который поднял совершенно на другой качественный уровень не только интерес к советскому балету, не только интерес к музыке Армении, не только интерес к фольклору вообще республик Советского Союза, но и поднял на совершенно другой качественный уровень всю композиторскую школу. В программе фестиваля имени Хачатуряна еще два концерта. 18 февраля Тюменский филармонический оркестр выступит со скрипачом Гайком Казазяном, а 19 апреля с пианисткой Армине Григорян. Также на закрытии впервые в Тюмени исполнят вторую симфонию Хачатуряна.